está edificio, por ejemplo. Черная молния. Снова фильмом. Джина, ты что делаешь, Джина? Что за девчонка? Тебя обижают? Свою собаку. Костик, это выход. Вера, ну я так к нему привязался. У нас с ним такие теплые отношения. Ну не теплее, чем эти. Ты мой сладенький такой. Костя, слушай, ты посмотри на него. Посмотри на его мордаху, он похож на Мишку. Да, точно, на Мишку. Вообще такой классный был. А потом не стало.
Мама меня, конечно, успокаивала, я помню. Говорил, что он под грузовик попал. Но я-то знаю, что было на самом деле. У тебя была аллергия. Ага. Джина, ты что такое делаешь? Джина. Что это такое? Джина. Джинджи. Я тебя. Хулиганка. Веди себя хорошо, Джинджи.